Дед и Барбара. Ага. Как грустно и очень обычно все вышло. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала, холодная война. И время, как вода.
Итак, это Дублин, клуб Riot Venue, группа, которую мы давно ждали. Настоящий русский рок в Дублине. Только что закончился концерт, куча эмоций, было очень душевно, приятно. Спасибо большое организаторам, и давайте спросим у наших людей, как это было. Скажите нам пару слов, пожалуйста, как концерт вам? Охуенно. Ждали каких-то песен, все получилось. Все получилось, отличный концерт. Все получилось, ребят, спасибо большое, спасибо вам большое. Приходите к нам еще, любители рока. Это точно? Было очень приятно ждали послушать. Ждали какую-то песню особенно? Ну, как всегда, полковника. Полковника, да? Итак, первые люди, кто уже уходит с концерта, скажите пару слов. Как вам концерт? Все хорошо, все понравилось. Все понравилось. Были на наших мероприятиях? Нет, еще? Нет, первый раз. Придете еще? Скорее всего, посмотрим. Обещаете? Да, обязательно. Ждем вас, всего хорошего. Здравствуйте, мне девушек красивых, пожалуйста, кто скажет пару слов хотя бы о концерте. Супер, спасибо, очень супер, очень красивых, как меня. Да, очень было классно на самом деле, на следующий концерт по-любому пойдем. Спасибо, ребята, за организацию, все было супер. Спасибо большое, спасибо. Так, вот мы мужчину спросим, вы дождали всех песен? Все, да, все понравилось. Мне только одна песня нужна была. Нужна была, полковник? Большие города. Холодная война. Мы первый раз на наших концертах. Что скажешь организаторам? Все хорошо? Отлично, отлично. Да, нам да? Все понравилось. Спасибо. Мы не первый раз. Не первый раз. Мы ждем вас. Всего доброго. Просто супер. Спасибо два большое. Два слова. Очень, вообще. Мне кажется, было очень душевно. Вообще было шикарно. По-семейному. Это было очень красиво. Великолепно. Мы придем еще. Все песни, что хотели. Все песни. Спасибо. Вот, супер. Просто супер. Спасибо, Бимба. Спасибо. Настоящий рок в Дублине! Вот так, детка! Здрасте, два слова, все понравилось? Конечно, было все замечательно, спасибо! Два слова, как это было? Как это было? Это было великолепно! 100% супер, еще приедем! Приедете? Да, спасибо! Вам все понравилось? Да, очень понравилось! Душевно было? Очень! Молодцы, ребята, отработали на славу. Супер, очень было круто. Супер. Вы ждали какую-то песню особенно? Все было хорошо? Да, отлично. Да, бля, Би-2 рулит. Это был настоящий рок-н-ролл в Дублине? Да. Скажите два слова. Да. Настоящий? Да, настоящий, да. Самое главное. Вам понравилось, скажите? Ну, это было просто. Очень классно, очень. Понравилось? Да. Это было прям по-душевной, по-семейному? Нет, да, вот. Шикарно. Приходите еще. Мы будем делать максимальное возможное. Девушка, вам все понравилось, скажите, пожалуйста. Да? Да, мне все понравилось. Два слова. Все песни были хорошие, скажите мне? Все. Все? Все очень понравилось. Все понравилось. Смотрите. Хотим сказать большое спасибо организаторам. Организаторы молодцы, скажите два слова. А кто организатор, ты? Нет. Все классно. Всем спасибо. Побольше будет таких концертов? Мы стараемся. Есть какие-то предпочтения? Кого бы хотели? Сплин, на сплин пойдем. ДДТ. ДДТ? Это старая школа. Это раз ДДТ. Два раза ДДТ. Хотим сказать большое спасибо организаторам. Люди выходят все просто на позитиве. Мы еще спросим, вот девушка, здравствуйте, вам все понравилось? Мне все очень понравилось. Песню какую-нибудь ждали особенно? Естественно, все ждали самую последнюю песню, полковника никто полковника не ждет. Конечно. Да? Вы подпевали? Обязательно. Голоса нету? Ну, да, слегка. Слегка? Слегка, да. Спасибо вам большое. Всего спасибо хорошего. И вам. Счастливо. Давайте, пожалуйста. Обалденный концерт. Замечательно было все, да? А, вообще, группа обалденная. Да. Исполнил лучший свой композитор. Вообще обалденный. Драйв был. Душевно. From the beginning. И по семейному. Вообще, во всех отношениях было. Кого супер, ждете еще? Супер. Кого ждете еще? Ждем Ленинград. Ленинград? Ленинград ждем. Ребят, все ждут Ленинград. Ждем Ленинград. Это посыл в космос, поэтому, надеюсь, скоро будет и Ленинград. Спасибо вам большое. Вот, я пойду у девушек спрошу. Вам все понравилось? Скажите, супер. Пожалуйста. Великолепно. Да? Да. Я очень рад. У вас замечательно. Ждем Ленинград. Да. Все ждут Ленинград. Ты на рок. Спасибо всей команде MC Events. Алексей Белов здесь, в Дублине, после невероятного концерта. Спасибо всем. Всем любви и удачи. Рок-н-ролл! Эй!